Тут уже, наверное, многие поступили и ничего не понимают. Выходит какой-то человек, что-то со всеми обнимается и целуется, да? Родной человек, потому что, да? Ну, что вы нам расскажете? Ну, для начала хотелось бы присоединиться к поздравлениям Ники Ермаковича, председателя нашего студенческого совета. Все-таки, да, вы сделали большой шаг в свою взрослую жизнь, и хотелось бы помочь вам сделать еще один шаг, но уже в студенческую жизнь. На входе вам выдали бланки студлидера. Можете ознакомиться, да, то, что студлидер – это у нас мероприятие, созданное специально для начальных курсов, для того, чтобы выявить лидерские качества, помочь им вступить в студенческий совет. Студлидер поможет вам найти и друзей из других факультетов, это выезды, все очень весело. В дальнейшем будет показан здесь, вот после моего выступления, ролик, как прошел в прошлом году у нас студлидер. Если вы этим заинтересованы, ниже на бланке есть заявка участника. Нужно будет ее заполнить и сдать на выходе. У нас получился очень такой интересный диалог. Выходит профессорско-преподавательский состав и взрослые, и говорят, надо учиться отчислять. Выходят студенты и говорят, у нас все весело, все хорошо, все замечательно. Ну что, посмотрим, как было в прошлом году. Давайте на внимание на экран.